Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Баскетбольный клуб «Самара» выбыл из борьбы за Кубок России. В четвертьфинале волжане уступили на своей площадке темпу из Ревды Свердловской области. «Самара» открыла счет уже в первой атаке, но потом команду было не узнать. Один из лидеров чемпионата страны показывал невнятный баскетбол, проигрывал борьбу под кольцом, не забивал штрафные. Зажатость игроков была очень сильная. Я не знаю, наоборот, нужно у себя дома играть более в данный момент уверенно и открыто. Первая четверть прошла в равной борьбе. 20-21 победил темп. Середина матча прошла по баскетбольным меркам почти без набранных очков. К четвертой четверти счет был тоже не в пользу «Самары» – 38-43. Грозное оружие волжан в регулярном чемпионате. Трехочковые попадания в кубковом матче не работали. Мяч предательски не залетал в корзину. Гости уверенно держали дистанцию в 6-8 очков. Был какой-то стартовый мандраж, то, что мы забили много открытых бросков. Ну, хорошо, что получилось играть в защите. В конце расслабились, дали сопернику забить несколько трехочковых. Они вернулись в игру, но хорошо все то, что хорошо получается. Самарцы могли испортить настроение своему противнику за 4 минуты до финальной сирены. Игру на себя взяли Алексей Зазулин, Евгений Фидий и Максим Числов. Общими усилиями они вывели команду вперед 60-59. Но штрафные темпы на последних секундах матча принесли гостям победу 62-60. Мы сами виноваты, мы там пропустили 2-3 подряд из-за своей глупой. Они, естественно, это хорошая команда, одни из лидеров Суперлиги. Извините, это очень для нас важная победа, потому что, может быть, мы оттолкнемся от этой победы и пойдем наконец-то туда, где мы должны быть. Баскетбольный клуб «Самара» вылетел из Кубка страны, а темп сразится за главный трофей в финале четырех в феврале 2017 года. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.